не закончилось. Друзья мои, поаплодируйте, кому сейчас хорошо. Что, плохо, что ли? Я не понял. Так, вот, друзья, сейчас вы просто потренировали свои ладошки, потому что мы сейчас будем аплодировать действительно двум людям, которые виновники того, что здесь происходит вообще. Они взяли и собрали такую большую ораву людей на своей прекрасной территории. Бурные аплодисменты человеку, чьим именем называется этот костер, Липатовский костер. Это Саша Липатов! Да, друзья, нищетово! Приготовьтесь, я скажу Саша Липатов, и тут в восторге, браво! Так, чтобы Чикирилл там вздрогнул. Александр Липатов! Вот, что на, похоже уже на что-то серьезное. И Лена Липатова! Ну! Да, друзья мои, спасибо. Ну, я думаю, правда, ребята. Вы просто молодцы. Я все что угодно ожидал, но не такого прекрасного приема, такого замечательного костра. Когда вы сейчас пойдете пробовать плов, это, если вы думаете, Конюхов там и кто-то еще, нет, это Липатовы. Это все Липатовы, друзья мои. Липатовский костер горит. Он нас не только освещает, но и греет. Так что сейчас слово по праву предоставляется хозяину торжества, Александру Липатову. Бурные аплодисменты! Давайте! Крики ура, браво, бис! Давайте!